Так, ребятки, всем привет! И сегодня я вам покажу, что я купила. Смотрите, теперь я купила такие вот конфетки Тофикс. У меня не видно. Такая конфетка Тофикс с вкусом клубники. Еще я купила вот, угадайте, что. Вот, смотрите, купила обычный пончик. С виду обычный пончик. А это же сквиш. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Сквиш открывается очень легко. Вот так. Так, первое, что я не буду вам показывать, это не то, что я купила, а сразу вкладыш. Так, сейчас вкладыш. Всего 12 видов сквиш. Есть и пончики. Сейчас сами посмотрите. И, ну, 24 вида пончиков. Ну, сквиш. Вот этот весь вкладыш. Я удивлена, почему здесь 24. Если здесь всего 12. Я думаю, что это просто у каждого есть еще один свой вид. Вот, посмотрите, вот этот зелененький, это мой пончик, просто в другом виде. Так. Это. Сейчас я расскажу особенности этого пончика. Этот пончик очень вкусно пахнет топленым молоком. Вот это. Так вот. Он пахнет такой вот, сминается. Ну, на сегодня это все. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!